Они настолько суровы, что даже не стали выходить в меню выбора персонажей. Настроили кнопочки и сразу в бой. Сразу видно взрослые дядьки, им все эти мальчишеские забавы не нужны. И пока что напор Самуэля работает. Его Мисуруга, которого закастомазил, ну, скорее, больше на Джо-Джо персонажа, он теперь похож. Нагибает пока что маленькую девочку. Ох, ну это... Классический чергатяк. Ох, он делает два Б-удара. Нет, так и так не надо делать. Там одного хватит. А лучше вообще там делать один Б. Контрхит ловит Нитакин и забивает. Убивает просто нашего престарелого самурайчика. Отличный был стегбит паниш, кстати, 10-фреймовый. Четко сделал. Самуэль... Стенсплей у него сегодня просто на высоте, я так вот посмотрю. Рискованная тема, конечно, но он не боится. Ух. Жалеет, видимо, метр такет. Там, да, бэкдэш это ловится, а вот оттяги не ловится, если что. И это был, по-моему, не паниш. То, что там всего минус 13, но как каким-то образом вошло 26 больницу. Ух, это вид паниш. Ну просто. У нас сегодня не Такин, а не Макин 720, наверное, играет. Тайно вселился в него. Даш, вот. Отличный, кстати, панир броска. Давно не играл с Такином, не помню, когда он задрачивал с технику. Ох, как он ловит этот хай. Очень рискованно, конечно, но работает. Ух. И нету паниша, там не 3B, а 236B бы как раз работает сейчас. Поймал он контрхит Нитакин. Неплохой дамаг. Б плюс К? Да, Б плюс К. Так, и пошли какие-то майндгеймы, вход, они меняют арену. Самуэль, я думал, он еще и поменяет костюм, но нет. Решил за Джорджа Митс поиграть. Но рандом он дал ту же арену опять. Удивительно. Ох, не сам себе не понимаешь, но это лучше ничего, и он хорошо продолжает атаку. Видимо, Такин что-то мышел на вейке, раз отведал это два раза. И забирает просто в перфект. Ух, подзапорол немного Такин, там это можно было наказать. Ох, хороший дамачок, правильный. Хотя, может быть, он может еще 6B сделать. По-моему... Ох, вейкает. Этот гиммик сработал. Да. Не трек, но 3B. Очень... Очень странно. Такое ощущение, что вот в сторону должно бы было, но... Ох. Отличный вейкпанши. Интересный выбор опции от Такина. После ги 3B на сложную комбу. Ну, не знаю. Имеет место быть, конечно же, но можно проще делать. Ох, там не минус 14 оказалось, к сожалению, в Джазгарде, а чуть-чуть поменьше. Как он рискованно вставляет. Что это за вифы? Бросок, и все решится в одном миксапе. Да, и Самуэль в очередной раз делает два меда. Ох. Вот это атака, только не вылетит. Ловит контрхит Такин, лифт паниш броском не сработал, но Такин всаживает, очень-очень смело он в очередной раз всаживает 6 ББЕ, ох, как он его прерывает. И все ли... Ох.
запинывает ножками своими длинненькими девочка. О, хороший вихпанер от Самаила. Но, к сожалению, он зачем-то предпочитает так по-жесткому миксить, делать Ш6Б, Б. И вместо планчика решает сделать бросок. Ну что ж, ох, здесь везде-то она дотянется. Вот это Джазгард. Жаль, не вышло комбы. Но она там сложная. 2 КБ в хит. Опять последний миксап. Ну, СМИ у нас принципиально играет почти не тратя метр. В стиле СК-4. Ах, не тот паниш СМИ. 2-3-6-Б там надо вставлять. Или ББ хотя бы. Ох, контрхит. Ничего из этого не смог выжить, потому что Такин порвал бросок. Вот, да, он наконец-то делает просто Ш6-Б. Такин решает воспользоваться незнанием матчапа. Делает приемы, которые СМЛ видит первый раз, видимо. О, какой клевый был хит одним ударом, и это максимум дэмидж в этой ситуации. И отличный степ, клиринг аутит Такин. Самуил, надо бы поаккуратнее немножко, это панишится. И это вот, это молодец. Делал с ДВМ 6-6 ББ Самуил, и Такин не постеснялся впихнуть ему туда 10-фреймовый А6. Вот, да, правильно, быстрый удар. Какое 2 КБ? Ну она же там летит. Ну какое 2 КБ, чувак? 4 Б. Когда прилетает урон, 4 Б. Так. Я надеюсь, третий выбор карты не будет тем же самым. И очередной раз. О, и кастомайзки пошли в ход какой-то с медвежонком. Кузнец с вушанки и с легвормерами. Не иначе это так. Но мы видим, что да, Такин у нас не просто так пришел. Ох, какой контрхит, но не продолжил Самаэль. 2 КБ. И хватает ему, чтобы закрыть. Там 50, наверное, дамага или около того. Господи. Папские советы дает Самаэлю. Ой, не было паниша от Такина, очень редкий случай. Не садится Самаэль, и бомба, как? Максимум дэш, о нет, в этот раз он сролился. О, тяга не хватило. Он все-таки затыкал его. Да, вот, коленка пошла в ход. Ох, ну Такин грамотно степнул это дело. Ничего не скажешь. Правую сторону во многих ситуациях НАСА может степнуть в АКБ Митсу вот с таких вот после блоковских ударов. Ух, какой ги! И это не гарантия, это Самуил опять не нажал нижний блок. Ну, скриптованная ситуация у этих двух игроков. Ух, Такин рискует, всовывая АА. Тыкает в живот. Ну, это не останавливает Такина. Как угадывает каждый раз Такин на панчик? Чем он сбивает? И еще раз угадал. Да. Атяк, да. Бросок. 2 КБ. Пятый раунд, опять. И у Самуэля явное преимущество. Броня не Такина просто горит.
Это был ультра, я видел это движение рук. Она запоролась, но нет, потом он ее все-таки опять ввел. И опять он делает бэкдэш вместо 4Б, и на таких чарах, да, с плохим бэкдэшем, ну, со средненьким бэкдэшем это работает. Натса ловит своим ховером Б. Но опять же, есть у него спасение, это 4Б.